Всем привет! Давно мы с вами вместе ничего не готовили. Спасибо тем, кто напоминает мне об этом в комментариях, чтобы я сняла видео какое-нибудь с рецептами или, в принципе, с тем, что я готовлю. Сегодня мы с вами сделаем творожный пирог. Он очень вкусный, я готовлю его очень часто, и его можно делать разнообразным. Это большие плюсы, на мой взгляд. Продукты особо, на самом деле, никакие сложные не требуются, за исключением дефицитных в наше время сахара и муки. Но я думаю, это все, конечно же, шутки. Сейчас я расскажу вам, что необходимо для этого пирога. Покажу рецепт, покажу, как я его готовлю, и параллельно буду рассказывать, какие еще варианты этого пирога вы можете сделать, чтобы он был, ну, прям совсем супер-мега классный и любимый в вашей семье. Для приготовления нам понадобятся яйца, сметана, я сметану заменила йогуртом, потому что он был у меня в холодильнике, творог, сахар, мука, масло, разрыхлитель и ванильный сахар. Для теста нам будет нужно 1,5 стакана муки, это где-то 160 грамм, 0,5 стакана сахара, сливочное масло, вы можете взять любое, я использую раму на этот раз, 1 чайная ложка разрыхлителя. Для творожной начинки нам нужен будет творог 0,5 килограмма, сметана 200 грамм, 3 яйца, 0,5 стакана сахара, плюс ванильный сахар и изюм или сухофрукты, это по желанию, я их не использую. Для начала нам нужно перетереть 125 грамм сливочного масла и 0,5 стакана сахара. Это можно делать и руками, но я предпочитаю пользоваться миксером. Добавляем муку. Просеивать ее не обязательно. И снова все хорошо перемешиваем миксером или же руками, как вам удобней. Не забываем добавлять разрыхлитель, потому что я довольно-таки часто его пропускаю. У нас получилась такая мучная крошка, это и есть наше тесто. Если вам не хочется с ним возиться и заморачиваться, можете заменить такое тесто на крошку печенья с маслом, как часто делают низ от чизкейков. Форму для запекания смазываем сливочным маслом. Форму для запекания нужно выложить примерно 2/3 нашего теста. 1/3 теста мы пока оставляем. Тесто необходимо равномерно распределить по всему дну формы. При желании вы также можете сделать и бока, но я это не делаю. Приступаем к приготовлению начинки. Нам нужно отделить желтки от белков. Для белков мы используем маленькую чашку, для желтков большую. Желтки отставляем пока в сторону, а к белкам добавляем оставшийся сахар. И начинаем долгий процесс взбивания. Я расскажу вам секрет, как получить густые пики у белков при взбивании. В первую очередь чашка, в которой мы будем взбивать белки, сами яйца и венчики должны быть абсолютно сухими. Когда мы отделяем белки от желтков, ни в коем случае ни одна капля желтка не должна попасть к белкам. И еще, что очень важно, взбивать белки нужно постепенно. Сначала на первой скорости миксера, позже на второй, на третьей и на четвертой. Нельзя сразу переходить на большую скорость, иначе связи в белках разорвутся и крепкой пены не получится. У меня на взбивание белков уходит примерно 6 минут. Белки отставляем в сторону. К желткам добавляем ванильный сахар, творог и сметану. Все это перемешиваем до однородной массы.
Далее на этом этапе вы можете добавить в творог цукаты, изюм, сухофрукты, все, что вы любите, что-то одно или все вместе. Можно добавить какао или шоколадную крошку, или перетертый банан, возможно, свежие ягоды. Все, на что готова ваша фантазия и как вы любите по вкусу. Я всегда оставляю творог классический, белый, без каких-либо добавок, но вы можете экспериментировать, как вам хочется. И пора включить духовку на 180 градусов. Следующая наша задача – аккуратно соединить взбитые белки с творожной массой. Для этого мы аккуратно лопаткой отправляем белки в чашку с творогом. Не наоборот, ни в коем случае. Аккуратно и аккуратно круговыми движениями перемешиваем. Также аккуратно выкладываем нашу творожную начинку в форму для запекания на тесто. Не уронить бы ее еще. Разравниваем начинку. Берем тесто, которое вначале мы откладывали в сторону, и посыпаем сверху. Именно поэтому я люблю делать миксером, потому что тогда тесто лучше рассыпается, оно более такой крошка идет, хотя, видите, у меня все равно тут немножко подсобралось уже. Можно, кстати, даже немножко поменьше оставлять на вот эту верхнюю часть. Этот пирог также можно делать с яблоками, вишней, сливами. Как я уже сказала, все на ваш вкус. И каждый раз вы будете получать совершенно новый десерт. Теперь мы отправляем наш будущий пирог в духовку на 25-30 минут. Поглядывайте за ним во время приготовления. Полчаса прошли, и наш пирог готов. Выглядит уже очень аппетитно, очень красиво. Но смотрите, он еще такой. Ходит ходуном. Сейчас мы оставим его в духовке где-то на полчаса с приоткрытой дверцей. Он немножко опустится, после чего мы пирог достанем и остудим при комнатной температуре. Наш пирог готов. Сейчас я переложу его на тарелку и уберу в холодильник, а завтра утром мы будем завтракать. Вот так он выглядит, он подопустился, всегда почему-то по-разному опускается, иногда сильно, иногда не очень. Возможно, это зависит от творога или от чего-либо еще. Такой пирог я всегда готовлю вечером к завтраку. Это хорошо тем, что, во-первых, он успевает настояться, охладиться, мы предпочитаем его в холодной форме, и плюс мне не нужно тратить время на готовку с утра. Это всегда удобно, когда, особенно в будние дни, утром уже готов завтрак. Все себе отрезали по кусочку, съели, и довольные пошли на работу, на учебу, кто куда. Ну и в принципе, творожный пирог – это всегда хороший, полезный и вкусный старт в начало нового дня. Я очень вам рекомендую воспользоваться этим рецептом, попробовать приготовить его для себя, возможно, внести какие-то коррективы на ваш вкус, на то, как вы любите. В принципе, я думаю, каждая хозяйка вносит какие-то изменения в любой рецепт. Спасибо вам за просмотр. Если воспользуетесь этим рецептом, пожалуйста, поставьте класс этому видео, чтобы я знала, что не зря старалась для вас. Я желаю вам всего хорошего, приятного аппетита и пока-пока!